Хей, всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами проходить Dragon Valor. Короче, в прошлой серии мы неплохо так побегали, завалили босса какого-то странного, который раскручивается на всякую херню, раскладывается прям. Идем, короче, в пустыню какую-то, в Галлийскую, и идем дальше. Ищем этого мелкого карапузика, которого нужно подрезать с крыльками. Блин, только я, конечно, ничего, ни маны нет, ни жизни. О, у меня новый мяч. Так, и что ты хочешь с этим новым мячом, чувак? Вот смотри, у тебя атаки 102, как было, так и осталось. Ты хочешь сказать, что он покруче? По урону или что? Так, урон тот же самый остался. Уже почти 400 монеток, можно будет что-то купить. Так, можно хильнуться. Что это? Рыбки? А что, ударить нельзя? Сэндфиш. Бляха! Представляете, есть рыба песчаная. Охереть. Может, ты ее ударишь? Песчаная рыба есть. Круто. Буду знать. Так, скорпиошки. Ну, скорпиошки это херня. О, половину хпшки сносит. Ничего себе, нормально. За два удара скорпиона убивает. Ты чё тут хочешь своим хво... Бля, как ты меня достал-то здесь? Ты живой? А, их только тоже сильными ударами можно делать. Как он меня так четко поймал, да, на тайме? О, с двух ударов разбиваешь, молодец. А вот динозавр лежит. Чё это? А, блин, опять бомба. Да нахера? Зачем? А, о, был там он, хотел сказать, петух. Скорпиошка был, я его бомбой завалил. Зачем давать бомбы, хрен знает где? Я ж... Вы даете сначала противников, а потом даете бомбу. Откуда я знаю, что там есть бомба? Ну, по факту. Откуда я знаю, что там есть бомба? Вот откуда? Так, а как ее завалить? Ага. Они уже мне как бы дают бомбу, когда она не нужна. Реально не нужна. Когда я уже всех завалил, они дают бомбу потом. Да не это ты, блядь. Так, это манна. Что там упало-то? Монетка. 409. Ага. Можно будет купить ее там на что-то на жизнь или на что там. Вот мы два мудака, да? Что я? Что он? Что я? Да, боевка могла бы быть и получше. Ух ты. Хорошо, что я сейчас не попал. Да блин, опять эта штука. Короче. А это будет мешать, да? Это заберем. Хоть оно мне сильно, в принципе, и не нужно. 25 манны. Блядь, вот зачем вы даете две бутылки подряд? Она же максимальная почти, 30. Мне столько... Ну, спасибо, конечно, теперь. В конце. Суки. Понятно. Зачем? Нелогично здесь расставлены предметы. Вообще нелогично. Два противника. Какие? Опять эти лошадиные силы. Неплохо. Ты куда, далеко? Стоять, блин. Бояться. Оу! О, бля! Лебезга! Ого! Ты леголаска гребаная. Сдохни. Так, подожди, может тут что-то еще есть? Стоп, заберу. Ага, уже не нужно. Так, это типа и уровень прошел. Быстрый, не быстрый, уровень очень быстрый. Уа. Я помню тебя, тебя завалили. Ну, Филиппа, давай говори. Эй, это ты. Это беспомощная принцесса.
Я не беспомощная, а ты простой малый... Мальчишка, разве это не так? Нет, это Филиппа, и что ты здесь делаешь? Это Филиппа. Это не твое дело. Ну, я имею право знать, потому что меч — моя семейная реликвия. Ау, я отдам мою, ты прав. Хорошо, я ищу волшебный... Чего, блин? Волшебный меч? Не этот случайно? Что? Никогда, это не игрушка? Да, в магазине купил для детей. Эй, отдай его мне, пожалуйста. В детском мире взял. Нет, он мне очень нужен. Что ты с ним будешь делать тогда? Помос и его монстры захватили Замрок, и только магический меч их победит. Замрок, блин. Вот почему мне нужен меч. Так давай я все сделаю. Нет, я не дам его тебе. К тому же меч должен выбрать хозяина, иначе все пойдет плохо. Черт, даже сейчас каждый... Каждый кто? Эй, почему бы мне не позаботиться о тебе? Вот и я за то. Что? Мне нужно вернуть мой меч, а для этого я поймаю гизера, и так я твой замок очищу. Давай только без поцелуев, окей? А ты так просто рассуждаешь. Это потому, что ты не видел, что они могут делать. Да мне похер вообще. Ты знаешь, как много людей погибло? Там, наверное. Все эти тренировки, но мне эти тренировки все равно не помогли. Не будь таким самоуверенным, ведь ты будешь бороться даже не с людьми. Как ты можешь быть таким спокойным? Мой отец был великим воином Арлином, поэтому я знаю, как их убивать. Что? Это значит, что ты Филиппе принц Арахиса? Да, Арахиса. Правильно, моя невеста. Чего, блядь? Хе-хе, я еще ни на что не согласилась. Чего, блядь? У них так все просто... Эй, я чувствую так же, вот почему я решил приехать и посмотреть на тебя. Опа! И ты мне понравилась. Окей, давай пойдем, я совершу подвиг для тебя, моя невеста. Успокойся. Чё за приколы, блин? Это... Вот бы в жизни так было все просто, блядь. Просто такой подошел, чё, блядь, и все. Окей, пошли нахер. Все работает. Бляха. Да. Пришел, сказал, ты мне понравилась, пошли, все, ты моя невеста, до свидания. И она такая, а чё? А тут у нас наоборот в жизни-то все. Тут так все не работает. Это какой... Это, наверное, кто-то с пришельцев делал эту игру по-любому. Заходи, я покупаю вино, тиары и парфюм сегодня. Что-нибудь продаете? Вино, в принципе, можно продать. Оно же не нужно, да. Короче, это стопудово инопланетянин. Сто за вино, давай. Подожди, вино же не нужно, правильно? Оно же ничего не дает. Ну да, вроде. Это... Потому что он по факту не шарит, как здесь, на этой планете, все происходит. Что тебе еще нужно? Тиары у меня нет. Во. За 50. Давай, он все равно нужен. Не нужен. Окей. А что такое ном? Ном не нужно? Больше у вас нет ничего? Нет. В замке Ирад случилась беда, поэтому будь осторожен там. Окей. Я уже это слушал. Не волнуйся, я им дам такую встряску. Молодые люди, не будьте такими самонадеянными теперь. А, это в натуре кто-то из пришельцев делал эту игруху. В натуре полностью согласен.
совсем все не так. Совсем все наоборот. Совсем все не так. Ай. Это вообще прикол, конечно. Жизненный прикол, но только наоборот. Так, и что ты хочешь? Че, никто не атакует? Почему? Тут есть что? А, смотри, монетка! Монетку спрятали! Еще давай! Окей, открывай дверь. Выбивай дверь. Ага. Че, на ступенях никто не будет встречать? Никто. Один. Где? Бляха, ты где ты? Здоровый, сука! Пошел сюда нахер! А чё, у меня меч нормально так сносит, да? Не ожидал? О, с трех ударов вообще, ну, с трех заходов. Это шикарно просто. Три за... магия. Три захода, и чувака нет. Магия льда уровень 3. Выстрел льдом более сильный. Да, я не знаю вообще, надо здесь эта магия или нет. Как бы. Здесь меч есть. Что еще нужно, если здесь есть меч? Магия здесь не так сильно важна, потому что, ну, по факту здесь не такой... Бакуля! Не так много монстров, скажем так, надо... А он мне застрял. Бакуля, давай. Что-то новый монстр какой-то. Типа монстр. Ну, меня так неплохо ударил. А, блин, они все проходы блокируют, падлы. Так, камера, конечно, шикарная, ничего не вижу. Да ладно. Так, какое расстояние брать? Такое нормально? А если вот так? Достаю нормально. Так, ящик, монетка, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ножиську взял. Еще ножиську, нифига. Мощно. Там же было это, какой переход. Хе-хе. Вот это было круто. Уложу тебя спать сейчас. Да не тебя. Да короче и тебя обоих. Ага. Кто там еще? Чё ты стесняешься? Блин, нифига меч мощный. Смотри, с трех ударов. Просто ушатывает. Хе-хе. А, класс. А я, может, могу теперь вот этих разбивать? Не, ни хрена! Фух. Опять. Какая сложная была пробежка. Так, два энемиса, кто? Есть жизни, берем. Десятка. Чё, кто? Воу, что-то новенькое. Пузырь какой-то. О, с одного удара разлетелся. Ай, блин. А-а-а. Ладно. Ай, блин, да, ёб твою. Не так, но, не такая кнопка. Ну ладно, тут есть эта жизнька. Чё ты разлетаешься с одного удара? Сорсерер. О, на силу это хорошо. Ладно, повезло, что была жизнь еще.
что я восстановил все. Потому что манна. Хотел жизни восстановить и забыл, что это манна. Так, с ящиками нужно быть аккуратным, потому что там что-то может такое лежать неадекватное. Блин, зачем вот эта невидимость, если она работает не так, как написано? В смысле, а что, уже пропало? Так быстро? Класс. Или невидимость должна у меня стоять включена, в смысле, вот там слева, вверху. Если ее убираешь, типа она пропадает. Это тупо. Оба, здорово, пацаны. Ты, рыбья харя. Все демоны мертвы, видимо, здесь бились с волшебным мечом. Помас, здесь есть кто-то с новым волшебным мечом? Убей его! Волшебный меч! Мой волшебный меч! У тебя рук нету. Меч! Мой! Давай, Стрэндж, будем драться. Упс, похоже, эта трансформация не очень удалась. Но все-таки дракон дал тебе силу, которая тебе нужна. Ты доволен? Это, конечно, не то, что ты мечтал увидеть. Почему он в колготках? Ой, а я уже здесь. А, он телепортнулся. Нюхает? Магии дух. Это магический меч. Эй, Гизер, я пришел за своим мечом. Магический меч. Гимми. Гимми. Потерял пару шариков, не так ли, старик? Ха, да не пару. Походу, не пару. Так, чё, как с ним драться? Нужно сначала понять, что у него на уме. Сколько тебе раз можно ударить? Три раза, да? Окей. А что, он отхилился, что ли? Воу-воу-воу-воу-воу. Повезло, да? Ай, блин. Уже, короче, после его удара делать просто, да и все. О, чувак, вот это тебе не повезло сейчас. Два раза я успел пробить. Ай, блин. В смысле? Немножко по-другому, да, окей. Пойдет. Чё, все, прилетел? Ну все, тебя Зомас зазумился. Ха-ха. Колготки поменяешь потом. Слабак. Чё ты в воздухе висишь? О, больно, болит. Эй, подожди, Сек, а что с моим мечом? Домой, ой! Почему у него нет рук? Ну, в смысле, кистей. Что случилось-то? Объясните мне, пожалуйста, где мой меч? Что случилось? Я его убил, не убил. Ну что за концовки такие тупорылые? Вот дрался, он что-то... Домой, что домой? Ты ушел, не ушел, я убил, не убил. Покажите хоть что-нибудь, чтобы я был в курсе. А то я с ним дрался или не дрался, не пойму.
Заходи, ну вот, блин, фиалки, мне фиалки не нужны. Не, не желаю нихера. Ну, это очень плохо, да. Жо, а ничего не скажешь? Никакой информации, ну, блин. Прикольно здесь, конечно, сюжетка отличная. Зомас эстате. Где мой меч? Хотя, может быть, лучше не менять, чую, слышь, это... Тут меч такой нехеровый, почти с одного удара всех выносит. Давай лучше не менять. Если тот не будет выносить, я не буду его менять. Бляха, муха, тень! Так что-то это уже похоже было. Мы что, вернулись назад? Где противники-то? Бляха. Что-то да, это было, был такой же, только здесь модифицированная версия. 5 противников? Легких? Кто? Почти с одного удара. Как насчет лучника? Оу, как это работает-то? На, блин. Лучника сразу выносит. Да, я уже здесь был. Чего, блин? Там второй этаж есть. Там как-то есть второй этаж, и там есть монетки. Ну ладно. Пошли назад. Так, вот эти штуки главное, как с ними работать. А она так работает в ту сторону, блядь. А не в эту. Окей, ладно, нужно хильнуться, наверное. Хотя 25. Пока не будем. Опа. Пока не будем хиляться. Что-то, подожди, я давно не сохранялся, конечно. Ага, теперь они падают, да? А, сука, я знал, блядь, только как, почему я не увернулся-то? Я же нормально отошел. Ты чё, охереваешь, блядь? Блин, я много таких десяточку почти снял. Сука. А-а-а. Да, мы здесь уже были. А чё я так высоко начал прыгать, не? Никто не в курсе. Чё-то мне как-то, он кажется, высоковато летает, нет? Я могу люстру сбить даже. Вот эти двери. Но нам нужен ключ, потому что здесь дверь. А чё, не восстанавливаются эти штуки? А-я! А, так нельзя. Ладно. Я заметил такую штуку, что когда я хиляюсь, у нас есть временная неуязвимость. Только подожди, тут вроде не так было. Тут не такой проход был. Ага, вот и второй этаж. А, блин! Вот это самое сложное здесь. Вот эти штуки. А то все остальное это херня, блин. Блин, ты до конца едешь?
Да ебить твою мать! Ты заебешь, ты ж туда ехал только что. Монетка, блин. Лучше б жизни дали. Ладно. 68 жизней нахерачил. Смотри сколько, нифига себе. Скоро экран пробьем. Так, и чё это? Да? А чем оно мне мешает? А, вот эти. Так, а чё, я просто монетку забрал и все. Монетка, которая лежала возле него. Как я попался туда, непонятно. Ой, а тут упасть можно. А вот и второй этаж. Чё это? А, это внизу. Привет, пацаны. Зря, наверное, отхилился, ну да ладно. Ключ, да, зря отхилился. Литограф. Спрятали. В принципе, можно здесь сейчас спрыгнуть, чтобы не бежать вот там через всякие эти чуваков, просто побить, да и все. Может быть, с них еще, кстати, что-то упадет. Вы ж тут есть? Опс. Хо-хо-хо. Сразу троих, блин. Ну ладно, такое себе. Да давай уже. Как эта хуйня работает? О-о-о! Вот эти ловушки никак не могу понять, как они работают. А туда, потом резко туда, потом хрен знает куда. Долетает. Это неадекватная ловушка. Оба-на, пацаны, а чё вы уже восстановились? Почему меч мощный, а силы не добавляет? Смотри, 111, это же я сам надрочил. А меч-то мощный, а силы не добавляет. Открывай. Чё у нас тут? Босс. Босс сидит за дверью, конечно. Опять ты! Вот чё за прикол? Я почему тебя не убил? Ови, плохо. Меч плохой. Плохой меч, ты плохой. Давай зарежу его нахер. Воу! Воу, воу, воу! Какой ты красавчик! О-оу. Это что-то не очень хорошее. Что за дурак? И что за дурак захотел стать монстром? Интересно, зачем? Так, хорошо, как он дерется-то? Хватит базарить. Что за идиот? Что за идиот? Хорошо. Какая у тебя атака и как тебя бить? Так, у нас вот такой, да? Ты чё, разгоняешься или чё? Нихуя себе! А как это уходить от этого? А чё в смысле? Что это? Блин, ещё и броня есть. А он подтягивает, сука, к себе.
Я так понимаю, самое сложное это то, что он бросает вот эти херни. Ты чё, блин, не чистишь зубы, да? А он отхилился. Не понял. Так, он закрывает свою пузяку. Так, ну нормально пока вроде, да? Пока вроде нормально. Так, еще не закрывает, хорошо. Так, хилится. Окей. Вот это самое сложное. А! Сука. Чё, всё? Слабак. Пока, чувак. И что, с тебя ничего не упадет? Ага, магия. Хилка. Магия жизни уровень 2. Жест восстановит полные духи теперь уязвимы. Полностью? Духи теперь уязвимы. Опа, духи уязвимы. Класс. Так, а подожди, в смысле духи уязвимы? Духи уязвимы теперь всегда? Все, теперь можно духа валить. А скелетов когда можно будет валить? Какой красивый. Какой тетя. Где меч? Разрежь его напополам. Не двигаюсь, не могу говорить. А он думает, да? Разрежь у него в пузе по-любому. Может, пришло время поискать дом? Магический меч. Чего магический меч? Гиз, это очень высоко. Гиз? Но как? Я дракон, я дракон. Меня нельзя победить. Я здесь осмотрюсь. Если я не найду, мама меня просто убьет. Бесполезен, да? Ну, может быть, это и все, что ожидаешь от дракона? Не дракон, как так? Меня обманули. А, ну да, это на дракон не похоже. Пока, неудачник. На дракона ты явно. Становится скучно. Может быть, человек, я с тобой поиграю немного. Ха-ха-ха-ха-ха. Да, на дракона он не смахивает вообще ни разу. Больше на богомола с человеческим лицом. Опа, сразу так. А вот и меч. Кто ты? Как к тебе попал мой меч? Как понять? Ты не мог меня так быстро забыть. Все равно, я возьму и этот меч, когда убью тебя. Теперь вспомнил, ты тут коротышка. Коротышка. Я не коротышка, ты маленькое трудье. Я вызываю тебя, дракон. Чё, будем с драконом драться? О, здорово, брательник. Брательник номер 3. Ах, теперь называешь драконом. Что с тобой, коротышка? Я же сказал не звать меня коротышкой. У меня есть красивое имя Красл. Ну, почти коротышка. То же самое. Красил?
Красил мир прекрасен. Правильно, я дракон могущественный Красила, и я фаворит сира Дахака. Дахака. И я порабощу этот мир глупых людей. Не забудь мое имя, когда я тебя отправлю к твоему создателю. Давай, дракон, убей отродье. А у тебя создатель есть? Если вдруг я тебя отправлю, ты запомнишь мое? Ты не думал об этом? Ха! Я отрублю на тебе свой... Опробую на тебе свой новый меч. Давай. Так, дракошка, ты у тебя что за... Мувы. Мне нужен новый мувы. Блин, у меня манны нету. Почему манны нету? Так, что ты делаешь? Как с тобой драться? Ага, получил уже немного, да? Dragon Tempest. Так, уже получила урон. Уже второй урон получил, молодец. Что-то он какой-то пока что никчемный. А у тебя есть другие атаки, чувак? Ага, о, что-то новое. Это он, типа, пытается меня откинуть такой, типа, думает: чувак, ну не трогай меня! Ты заебал меня бить! Все, что ли? Обиделся. Ай, блин. Не ори. Как ты меня сейчас достал? Воу! Да, сука! Блин, сука, не успел. Я сейчас могу слить, реально. Да. Не слил. Повезло. Повезло. Всем хпшки, бля. Нужно где-то манну взять. Здесь прикольно, дают два подряд босса, но не дают ни хилок, ничего. Нет, не может быть. Мой дракон победит. А знаешь ли ты истинную силу магического меча? Дурак, идиот. Я больше не дам тебе волшебных мечей. Ну так... Что это значит, истинная сила меча? И есть еще какая-то? Нет, у него такие... Упс. Идиот, я тебе не скажу. Даже если мне потребуется века, чтобы взять реванш, я получу этот меч. Бу-бу-бу-бу-бу-бу, опять свалил. Эй, оставь мне этот меч. Мама убьет меня, если я его не верну назад. Ну, зато минус дракон. Черт, он ушел. Он сказал, что даже через века возьмет реванш. Я не могу ждать долго. Да, целый век ждать. Скажешь, я заблудился в лесу. Целый 100 лет. Ходил. А так, подожди. Защищая от Помас и спасая Ират, Филиппе стал героем.
Филиппе признался в любви и женился на Жанне. С ее разрешения Ирад и Рахим были объединены в одно королевство – Рахим. Но все-таки слова Красселла о силе меча так и остались для них тайной навсегда. Через некоторое время этим заинтересовались их дети – Анна и Михаэл. Мишка. А, так таки смотри, уже двое детей, уже парень-девушка. То есть мелкие и мелкая. Ну, я так понимаю, что мы за не мелкую будем. Так, Филиппа, император Тратата, был раскрыт заговор министра Помас и демонов, и потом убил дракон. Он был искусен и совершенен в магии и мечах. Так, Жанка, императрица Ирата. Ее жених Филиппе спас ее жизнь и страну, пожертвовав своим мечом. Он также был прекрасным мечником. Кто может быть она? Анна, дочь, родилась у императора Филиппе и императрицы Жанны из Ирата. Она прекрасно владела мечом с раннего возраста, но ее судьба была тоже предопределена. О-оу. Вот это вот уже херовенько. И, блядь. И сохраниться ж никак нельзя было. Ёпою мать, блядь. Так я что, буду за женщину играть, что ли, последняя? Почему второго не показали? Insert Disc 2. Ну, я могу попробовать сохраниться на quick save. На save state. Вставить диск 2. Блядь, а не поменяю никак. Ладно, давай на третью сохранюсь, типа как этот самый... Попробую, может быть, сработает, но мне кажется, ни хрена не сработает. Ладно, ребятки, давайте на этом закончим. Попробую как-то эту проблему решить. Вариантов никаких в принципе нет. Буду пробовать. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Комментируйте. И всем до встречи в следующей серии Dragon Valor, наверное. И всем пока.